Встречалась я с бравым военным на скалистом морском берегу. Ой, девчонки, режим с гигиеной нарушали мы на каждом шагу. Страсть повергла в пучину, об одном только помню. Ой, такой был мужчина, ну, настоящий полковник. Настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот, под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник. Ах, какой был мужчина. Правда. Ах, какой был мужчина. Чё ты смеёшься? Ах, какой был мужчина. Ой, настоящий полковник. Полку я хоть человеком был. Лучше уйдешь, взводом командовал. А здесь что? Иждивенец ваш. Пользы-то от меня никакой. Да какой же ты иждивенец? А этих двоих кто нашел? А лейтенанта кто выследил? А след у рудника, дурашка, да я же мысленно тебе аплодирую. Да толку-то что? Как окончилось это лето, помнит лишь опустевший вокзал и прибой, как дворняга к атлету. Все следы нашей страсти слезал. Вот опять я за стойкой буфета для поправки бюджета служу. Кать, глянь, посетителей там нету. Ой, пойду я в окно погляжу. Гложет сердце кручина, давит грудь подоконник. Ой, где ж ты бродишь, мужчина? Настоящий полковник. Настоящий полковник. Какой был мужчина. Ах, какой был мужчина. Ой-ой-ой-ой. Какой был мужчина. Настоящий полковник.